ты дочку вспомнил, да? Так дом достроили у них. Да? А, все правильно. Я посадил садик. То, что у меня было, да, эти саженцы, груши, яблоньки, абрикосы, это было. А она захотела сливы, дочка конкретно, мне бы и сливы. Вот я тогда поехал к тебе на Красный хутор, и ты мне предложил вот это, ну, более-менее европейское. А плоды сливы были? Плодов я в глаза не видел, я просто на слово поверил, да? Купил у тебя две сливы и два персика, которые, одна слива живая до сих пор, вторая заболела, там что-то высохло, и персик один, это трутовик пожрал, выпилили, чтобы он не заражал. А этот стоит. Секунду. Так вот, это розовая. Мне надо протереть, так обидно, если... Нет, не надо мне эту, ты, это информация для тебя, я говорю, вспомнил. Потом посмотрим. Почему я знаю, сколько лет этой венгерке, вот этой розовой, вот у дочки она розовая, mm-hmm. такая же вот. Ну, когда на солнце, да, она такая сама светло-розовая, а потом делается так, как бы темно-синь, то есть синеватостью покрывается вот эта краснота еще немного. А так она в основном розовая, грушевидная. Вот, это брал я у тебя, привитую. Вот, один саженец взял, чисто была вот эта венгерка, а второй саженец, ты говоришь, ой, блин, там еще это, вот такой чурачок был привит персика. Она у тебя была двойная, и третий этот побег был отсюда, ну, дичок. И вот на этом тонком был привит персик. Он зиму пережил нормально, весной зацвел, я удивился, думаю, ё-моё, как в Средней Азии цветы, меня, знаешь, это душу порадовали. Вот такой прутик всего торчал. А сами саженцы были порядочные. Потом два персика я еще взял. Ну, факт тот, что эти венгерки начали хорошо плодоносить. 20 лет назад. 20 лет назад. Почему я вспомнил об этом? Конкретно число даже. Не число, а число я тебе могу точно не сказать. Но покупал я их у тебя в апреле месяце. А внук у меня родился... 31 марта. И вот в этот год я его и посадил. Ему сейчас 20 лет. Вот, так что, смотри. Ну, хорошо. Давай так все-таки это. Я всю жизнь мечтаю о чудесах. Я живу Нет. среди чудес. И ты тоже. Мы сейчас ходили не по саду, а по волшебному саду. Да нет, это просто он, может быть, ухоженный так выглядит. Ну, то, что мы, я за ним слежу, естественно. То, что сейчас вот прививка. Ты сказал, это прививка на абрикос-бай. Бай, на абрикос бай. Я выращивал саженцы с абрикоса бая, чтобы прививать другие сорта абрикосов. Ну, вон, у меня же их несколько тоже сортиков. А, да, и все были привиты на бай. Почему? Баю сколько сейчас лет? Здесь? Да. Ну, знаешь, десяток будет точно. Десяток. Ну, черенки, значит, брал уже у себя. Один черенок вот этой розовой я взял там. Там. А второй ты мне сам притащил прямо сюда, ну, как-то на одной из встреч. На, возьми, привей. Это ника слива. И вот она черная. Ника вот темно-синяя, почти черная. Да. Тоже это из видов, это, как его называется, венгерок. Потому что она длинная. Вкус вообще неимоверный. Она сладкая такая, приторная. Мы один год их очень много было, я ее высушил. А должна была быть кисловатая. Сладкая, так еще получается, и изменился еще и вкус, не только расцветка. Ну, я не знаю, понимаешь, расцветка. Я думал, так это все и должно быть. Вот. Когда их высушил, жена с удовольствием, ей полезные сливы в некоторой степени, то есть это там по медицинским показаниям, она всю зиму водичку кинет, раз она, ну, кипяченую в теплую. А они что, замороженные были? Нет. А какие? Высушенные. А, высушенные. Я их высушил, они вообще-то как конфеты стали. Единственное, твердоватые. Ой, вообще изумительно, она приторно-сладкая. Моей дочке, я говорю, давай тебе привью эту. Я ей привил. На твое же дерево, вот, первое стоит, как, ну, как она и стояла, ты ее видел. А второе рядом. Привил на ветку. И вот одна ветка была ника, а основная это венгерка розовая. А подвой? Подвой сливовый. Потому что он полз, ну, эти... Поросль давал очень сильную по газону. И персики были привиты на сливе. Я это тебе гарантию даю, потому что... Так ты мне тогда что твои... получается? Сейчас договорим, что твои это... И мне вот последний момент.
получается, отсюда туда, и уже эта розовость сохранилась уже на синей сливе? Нет. Ну, тут-то ладно, тут розовая, на абрикосе бае, на розовом бае, а там? Там на сливе розовость была. И вот эта чернота, Ника, торчала, тоже подвой был сливовый, потому что поросль шла сливы очень сильно, и персики также. А потом, когда деревья выросли более-менее, поросль почему-то исчезла. Или то, что без конца Андрей его косит, он же за лето десяток раз газон скашивает под ним. Там же тоже вот так газон посеян. Я не могу понять. И ту розовую я взял от них и присобачил на бай. Потому что мне поросль нахрен не нужна. Знаешь, я с ней боролся, вон как с этой Жуковской. Сама Жуковская не дает такую поросль, как это на Владимирке привил, а она метров на 10 туда ушла и туда. И каждый год уже не знаю, что делать. Я ее вырезал и вырубал, а потом плюнул, сейчас кашу подряд. А знаешь, газон хреновый, просто ходить плохо. Так, перебиваю. У тебя получается розовость повторилась? Это получается два поколения? Повторилось, да. И знаешь, на этом, на именно на бае, на абрикосе. Почему она и сладкая? Я не знаю, может, сладче стало, я... Да нет, ни хрена. Такая же, потому что я и там пробовал, да, и здесь. А Ника, ну там я не помню, я с того дерева пробовал эту Нику или нет, потому что она уже у меня плодоносила. А здесь приторно-сладкая, просто удивительно. А Володя говорит, что это не Ника. Я говорю, а что тогда? Ну что-то, ну я не знаю. Ника, мол, другая. Ну я не знаю. За у меня что купил... старая фотография. За что так, купил? Первый плод, да. Синий, удлиненный, как яйцо. Синий, удлиненный. Да, она и есть. И моей рукой подписано Ника. Она и есть такая длинная, вот, продолговатая. Ну, так же, как все венгерки. Они все венгерки, да, продолговатые. Да, да. Ринклоды, ну, все знают, ринклоды круглые. Вот вся разница между ними. Так вот теперь... Вот, думай теперь. Так думай, ты мне самое главное, то что? Ты мне сейчас пообещал 1500 косочек этой же самой розовой. Да. А у людей что вырастет? Я что тебя это устроил, допрос? Да хрен его знает, тоже и вырастет, наверное. Ага. Что может вырасти? Вот, ну, на фотографии увидит розовую, а вырастет синяя. Да не, не должна. Кем я буду? Не должна синяя. Я не знаю, всяко бывает. Если не должна, значит, вегетативный град существует, значит, Мичурин молодец. А если это... Ну, знаешь, Константинович, я лично не испытывал вот конкретно сливу, а насчет персиков, ты сам видишь уже, результат вот он налицо, потому что я персика уже тоже ровно 20 лет как это занялся им. И он у меня каждый год есть. Я пользуюсь плодами для потребления мне. Каждый год, да. И... У меня через год. Да, ты не укрываешь. Я два дерева не укрываю здесь и не укрываю, два там не укрывал. Одно, конечно, я сказал, что там это у дочки он померло, одно торчит. А так, сейчас, ну, около дома, сам видишь, клоновая форма укрытая, да, и везде. Привитых у меня, которые укрывные, два, а всего их шесть. Вот, на первом дереве правая часть, вот, знаешь, корень один, правая часть привитая, где улеплена, левая часть не привитая, на ней цветов почему-то меньше было. Ну, персик, ты видел, какой гад вырос? Ну. И три штуки с той стороны тоже почти такие это были. Ну, чуть меньше упали, они уже созрели. А этот жду, когда созреет. Потом его взвесить. Ну, я, конечно, и коробку рядом положу, попробую. Давай, давай, и ну, это... Потому что чем меньше... Там будет 90 грамм. А это уже двойной размер по сравнению с тем, как я начинал с ним. Да. Дело в том, что я... Уже это замечено. Чем реже плодов на дереве, тем они крупнее. Это ежику понятно. Ну, да. А когда перегружены, вот как на последнем персике там справа, ну там вообще места нет. Конечно, будет они в два раза меньше, чем вот эти. И не меняется ни вкус, ни форма. Пока. Вот из этих сколько было испытано. Ну еще и цвет не меняется. Все на месте.